наши боксеры европейцев победили. Сегодня с чемпионата Европы по боксу среди юниоров вернулись бурятские спортсменки. С собой они привезли две золотые медали, первенство и несколько кубков. Кристина Ткачева и Людмила Воронцова буквально в сухую разбили соперниц из Англии, Ирландии, Польши, Турции, Румынии и Украины. Ведь желание большое было победить, и шла я вперед. Ну и продышалась я хорошо, потому что мне было потом плохо после боя. Ну, это и к лучшему, потому что второй и третий бой вообще показались легкими. Вроде все было хорошо, волнения не было, как сказала Люда. Хотелось боксировать. Да, до пяти пар остается, она спала ее на скамейке. Вообще. Такой спокойный психика и вообще... Спит, вставай, пошли, боксируй. Самый тяжелый бой, наверное, был с румынкой. Первый бой. Еще так попало, что 3 дня подряд боксировала. Людмила Воронцова на чемпионате Европы признана лучшей, за что и удостоилась кубка. Уже в следующем году девушки будут выступать в ранге постарше, среди молодежи.